Так, ну значит, открываем вот эти вот паки. Хватит только на 4 пака. Мне кажется, этого должно хватить. 200 тысяч монет, понятно. Серьезно? Люк Эйлинг? Ты что тут забыл? Последний чисто для того, чтобы убедиться, что эти паки га... Беркамп. Я буду открывать паки за 1250 самоцветов. В принципе, ничего удивительного. Уолкаут сразу же есть. Лига чемпионов. Норвегия. Нападающий. Эрлинг Холд, но он какого рейтинга? 109. Ну, значит, квест вот этот вот я быстро пройду. И дальше еще один Уолкаут. Еще одна Лига чемпионов. Сенегалец на этот раз, нападающий. Шупомотинг. Еще один пак за 1250 самиков. Игрок будет? Зато тут игрок будет. Уолкаут есть уже нормально. Португалец. Центр форма. Из Бенфики и Усели. Уолкаут присутствует. Обычный уолкаут. Немец. ЦПшник из Бава... Это Швайнштайгер или... Швайнштайгер. Из какого события будет игрок? Тоти. Итальянец. Центральный защитник. Милан. Пауло Мальдини. Сколько ты стоишь? 250. Ну, кстати, неплохо на самом деле. Уолкаут, наконец-то дождались. Англичанин. Левый вингер. Мансичо Грилиш. Сюда. Не продаваем 108 плюс игрок. Затрали эти минималки.